Урай стал одной из точек маршрута арктической экспедиции. В городском аэропорту приземлились 3 российских самолета-амфибии плюс 1 француз. Все они участники проекта «Север-Ваш». Летчики стартовали в Самаре, оттуда добрались до Перми. Теперь прибыли в Урай. По сути, это кругосветный океанический перелет. Он охватит 9 стран и продлится 45 дней. 40 из них в условиях крайнего севера. Протяженность маршрута более 10 тысяч миль. В течение всего полета летчики будут проводить климатические и биологические исследования, например, как арктические широты влияют на циркадный ритм человека, а значит, на работоспособность и самочувствие. Хорошо она себя вела, как положено хорошему самолету, он себя ведет прекрасно. Машина, конечно. Вот мы сейчас в Нижнем Городище, я вот, например, с воды на воду сел, с воды взлетел. А вот этот самолет, например, он садился на грунтовую полосу. То есть у нас на все случаи жизни. Мы своим перелетом собираемся показать возможности человека, взрослого человека, который живет в средней полосе, пройти через различные этапы вот этого самого полярного круга, как на нашей территории, так, надеемся, перейти 16 июля на Аляску через Берингов пролив, а потом дальше пойти на Канаду, севером Канады, потом Гренландия,